Месяц позади, а вот что я сделал за пятую неделю разработки. Привет, вот что я сделал на пятой неделе. Со вторника по среду я прошел бесплатный курс по Blender, рассчитанный на неделю, но я прошел за 2 дня, и вот такие рендеры у меня получились. Топор я сделал чисто по урокам, но со своими дополнениями и своей покраской. Дробовик с киберпанк я делал как креативное задание, где должен был найти или придумать какую-то свою пушку, либо еще что-то. Я выбрал дробовик с киберпанка. Если хотите эти обои, то я выложу их на Patreon для всех желающих. Также их можно найти у меня в группе ВКонтакте. А что насчет разработки игры, спросите вы? Сейчас расскажу. За пятую неделю разработки игры я сделал управление персонажа и камерой с новой системой ввода, так называемой Input System. Так что теперь мы можем ходить и прыгать. Все это управление еще предстоит в дальнейшем изменять, так как там физика такая себе, ну и другое такое себе. Вот. А пока просто побегать и посмотреть механики сойдет. Я сделал всем созданным 3D-моделям лоды, чтобы при удалении от 3D-модели подгружалась ее менее полигональная модель и меньше нагружала систему. Я считаю, что какую-то минимальную оптимизацию нужно продумывать с самого начала разработки и по мере ее прохождения, чтобы в дальнейшем было меньше подгорания кое-какого места и легче было оптимизировать игру. Немного переделал анимации для моделей, так как при создании лодов я изменил некоторым деталям имя, и мне пришлось заново делать для этих деталей анимации. У механизмов я переделал скрипты, удалил лишнее и добавил Unity Events, чтобы проще было активировать с помощью них двери и другие объекты. Если вкратце, то начиная с пятой недели мы можем ходить, прыгать и тыкать на все, что можно. Дальше еще очень много работы. Чтобы ничего не пропустить, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, жмите на колокольчик, пишите комментарии, что вы об этом думаете. Также разработку игры можно поддержать на Патреоне. Переходите по ссылочкам ниже и поддерживайте. На этом у меня все. Пока!